2839 преступлений раскрыто, из них 750 тяжкие. В МВД по Карачаево-Черкесии состоялась расширенная коллегия. Какие улицы, скверы, аллеи будут благоустроены в республике в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды и нацпроекта? Почетные грамоты, знаки благодарности ЦИК Карачаево-Черкесии вручил лучшим организаторам выборов. Награждение состоялось в правительстве. Хорошая новость для начинающих скалолазов и альпинистов. В Кочегу начал функционировать скалодром на базе горно-спортивного клуба «Архыз». Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Вести, Карачаево-Черкесия. Утверждена дорожная карта по развитию глубокой переработки овечьей шерсти на территории России. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии. Это стало возможным благодаря последовательной и настойчивой работе Совета Федерации, совместным усилиям всех заинтересованных органов государственной власти, в особенности Минпромторга. Принятое правительством решение – лишь первый этап масштабной работы по поддержке отрасли и созданию шерстяных кластеров, начатой по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина по итогам встречи с руководством Совета Федерации летом прошлого года. В основе дорожной карты лежат октябрьские рекомендации Совета по АПК, отражающие запросы ведущих предприятий. Это повышение и контроль качества производимой шерсти, оказание государственной поддержки предприятиям отрасли, таможенно-тарифное регулирование ввоза и вывоза отдельных видов шерсти и продукции ее переработки и обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. Почти все мероприятия из 27 предусмотренных планом должны быть реализованы до конца 2024 года. Отрасль нуждается в незамедлительных решениях. Совет Федерации в первую очередь в лице профильного комитета АПК примет непосредственное участие в реализации дорожной карты, уделив особое внимание переработке с регионами, лидерами по производству и переработке шерсти Республики Дагестан, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Тыва и Ставропольским краем. В МВД по Карачаево-Черкесии состоялась расширенная коллегия по итогам работы ведомства за 2023 год. На совещание были приглашены представители руководства республики, силовых и правоохранительных структур, надзорных органов. Исполняющий обязанности министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимир Нефедов отметил, что деятельность полиции строилась в тесном взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти региона, местного самоуправления, правоохранительными органами. Председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов сказал, что в регионе сохраняется общественная и социальная стабильность. В Рио заместителя министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии начальник полиции Курманби Шаугенов обозначил итоги работы службы аппарата ведомства и территориальных органов. В завершении совещания Владимир Нефедов поставил перед руководителями подразделений и районных отделов ряд задач, обозначил сроки и требования к качеству исполнения. По результатам работы в 2023 году лучшим признали отдел МВД России по Малокарачаевскому району, руководителю подразделения Марату Батчаеву вручили переходящий кубок. Второе и третье место заняли ОМВД России по Усть-Джигутинскому и Прикубанскому районам соответственно. На мероприятии был награжден ряд отличившихся сотрудников и ветеранов ведомства. В 2023 году объем поступивших сообщений о преступлениях и происшествиях снизился на 11% и составил почти 55 тысяч. Массив зарегистрированных преступлений остался практически на прежнем уровне и составил около 4,5 тысяч фактов. В минувшем году раскрыто 2839 преступлений. При этом раскрыто почти 750 тяжких, особо тяжких составов. На системной основе построена работа органов внутренних дел по разобщению организованной группы преступных сообществ. Сотрудниками полиции выявлено 7 фактов организации преступного сообщества. Благодаря взаимодействию органов государственной власти, МВД и других правоохранительных структур, а также мудрости и созидательности граждан Карачаево-Черкесской республики, в регионе сохраняется общественная и социальная стабильность. Особую актуальность вопроса обеспечения безопасности приобретает и в период проведения выборов президента Российской Федерации. В этом году мы также проводим выборы в законодательное собрание нашей республики. Также необходимо нам обратить внимание на профилактику и пресечение преступления против личности, нарушение правил дорожного движения,
правонарушения в сфере использования IT-технологий, а также экономическую безопасность. Раскрываемость IT-преступлений составила 30%. Это, конечно, мало, но стоит отметить, что наша республика входит в десятку регионов с наибольшей раскрываемостью данного вида преступлений. Учитывая масштаб распространения киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, мерами исключительно организационного и оперативно-розыскного характера добиться кардинального улучшения ситуации невозможно. Необходимо активизировать работу по информированию населения и в первую очередь пенсионеров о способах хищения денежных средств, элементарных мерах защиты от их. Так во взаимодействии с финансовыми структурами прорабатываем возможности блокировки подозрительных банковских операций, проводимых людьми пожилого возраста, с передачей информации в органы внутренних дел до объяснения обстоятельств их совершения. 13 общественных и 51 территория дворов будут благоустроены в Карачаево-Черкесии в текущем году. Об этом ранее сообщил глава республики Рашид Тимрезов. Работы будут вестись в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, это Алеев, Карачаевский, Черкесский, Циберде, сквер Победы в Уст-Джигуте, Сарутизе, улица Героев Карачаевцев, в Октябрьском центральный парк, в Алибердуковском улица Умара Хабекова, также в Верхней Циберде, Море, Учкекене и в Зеленчукской. Второй этап благоустройства общественных территорий, начатых в 2023 году, продолжится в Медногорском, в Эркин-Юрте и в Апсуа. Напомню, что в прошлом году жители Карачаево-Черкесии путем онлайн-голосования сами выбирали общественные территории для благоустройства в 2024 году в 5 населенных пунктах республики. В текущем году также пройдет голосование с 15 марта по 30 апреля. Жителям предстоит выбрать для благоустройства общественные территории в Черкесске, Карачаевске, Усть-Джигуте, Циберде и Медногорском. Лучшие организаторы выборов получили награды от ЦИК Карачаево-Черкесии. Церемония награждения состоялась в Большом зале Дома правительства. Почетными грамотами, знаками и благодарностями отметили более 40 человек. Это организаторы избирательного процесса. Как сказала в своей поздравительной речи председатель избирательной комиссии Лариса Абазалиева, главным богатством и гордостью этой системы являются люди, которые уделяют большое количество времени и сил, чтобы на каждом избирательном участке вел слаженная работа и отсутствовали нарушения. Это чувство гордости за комиссии, за людей, которые в комиссии, оно живет в нас постоянно. Я смотрела на камеры, на ваши участки, вот кампанию 23-го года, и ловила себя на мысли, что вот я каждый раз про себя говорю, какая умница, какая комиссия, как они красиво работают, как они с избирателями вежливы, как все четко сделано с точки зрения процедуры. Поэтому вот сегодняшнее мероприятие для меня это еще один способ сказать вам огромное спасибо. Мы понимаем, какая сложная, тяжелая, трудная у вас работа. К концу 2024 года в республике будет построено и отремонтировано 6 сельских домов культуры и 2 детские школы искусств. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии. Он подчеркнул, что строительство и обновление культурных учреждений станет возможным благодаря нацпроекту «Культура», который разработан по поручению президента России и успешно реализуется с 2019 года. Так, в текущем году завершится капитальный ремонт домов культуры в Зеюка и Ударном, будет продолжено строительство новых объектов культуры в Карачаевске и Хабесском районе. На сегодняшний день готовность Дома культуры в Домбае на 400 мест составляет почти 50%, а в Малом Зеленчуке ДК на 292 места готов на 89%. Помимо этого будут обновлены еще 2 Дома культуры в Мичуринском и Эркинхалке. Преображение затронуты детские школы искусств в Хабезе и в Черкесске. Как отметил Рашид Тимрезов, нацпроект «Культура» создает новые возможности для жителей сельской местности. Только за последний год в Карачаево-Черкесии в целом построили, капитально отремонтировали, оснастили 10 домов культуры и 2 детские школы искусств. Новые культурные учреждения не только становятся по-настоящему уютным местом для проведения культурных, познавательных и развлекательных мероприятий, но и являются отличной площадкой для творческого развития подрастающего поколения. На базе горно-спортивного клуба «Архыз» в Кочегу имени Умара Алиева начал функционировать скалодром.
Данный спортивный снаряд позволит каждому желающему получить навыки по скалолазанию и подготовиться к соревнованиям. В зимний период особенно важно пройти хорошую подготовку, чтобы можно было с легкостью преодолеть горный рельеф. Алихан Левшоков подробнее. Для многих студентов и преподавателей КЧГУ открытие скалодрома стало особенным событием. Теперь повысить навыки по скалолазанию можно и в зимний период. Для тех, кто увлекается альпинизмом, стена скалолазания дает уникальную возможность для тренировок и подготовки, а также обменом опыта и знаниями с другими любителями этого спорта. Самое главное – это воспитать в себе умение преодолевать свои страхи, и все получится, отмечает руководитель горно-спортивного клуба «Архыз», спасатель третьего класса Артур Кипкеев. Во-первых, скалодром дает возможность тренироваться и зимой. Конечно же, летом, если мы тренируемся на естественных скалах, то у нас не было возможности тренироваться на естественных скалах зимой. Но вот благодаря руководству вуза у нас появилась возможность сейчас заниматься скалолазанием на искусственном рельефе, то есть вот на скалодроме. С недавних пор скалолазание является на искусственном рельефе, включили в олимпийский вид спорта. Вот, и мы надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет своя сборная. Для всех собравшихся был организован мастер-класс от организатора учебно-тренировочных сборов, судьи по альпинизму Темирлана Чучаева. Он подчеркнул важность проверки всего снаряжения при подъеме и объяснил, как необходимо правильно подниматься по скалодрому. Этот вид спорта воспитывает в нас характер, и что самое главное, он хорошо подходит как для мужчин, так и для женщин, отмечают студенты. Это повышение всех физических качеств, это также и баланс, потому что надо понимать свое тело, когда лезешь именно по такому скалодрому и по самой скале. Мы еще занимаемся, кроме скалодрома, еще сборы делаем на восхождение, значок альпиниста России. Я одни такие прошел. На скалодроме тренируются также представители преподавательского состава КЧГУ. Этот вид спорта отлично подходит и для нас, так как нам особенно необходимо сохранять здоровье и проводить свой досуг с пользой, уверяют преподаватели вуза. Ну, я как преподаватель должна подавать пример студентам, тем более работаю на факультете физической культуры. Ну, и не только студентам, но и людям среднего возраста, так скажем, 40+. Поэтому я имею в виду, что все имеют возможность приходить и заниматься независимо от первоначальной физической подготовки. Теперь с появлением скалодрома у любителей альпинизма появится отличная возможность для проведения соревнований и тренировок, что позволит развивать новые таланты и воспитывать будущих чемпионов по скалолазанию. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Студенческий десант высадился в отделе МВД России по Усть-Джигутинскому району, в первую очередь возле памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Студентам МАКСУ рассказали о героях отдела, не пожалевших жизни в борьбе с преступностью, ознакомили со стендом «Летопись славы». В дежурной части студенты узнали о том, как принимаются и обрабатываются сообщения о происшествиях и преступлениях, какой объем информации круглосуточно поступает в это подразделение. Гости побывали и в кинологическом отделении, где живо интересовались специализацией каждой служебной собаки, как их принимают на службу и как долго они работают. Далее ребят проводили в служебной автомашине ДПС. Сотрудники госавтоинспекции рассказали студентам о некоторых особенностях работы дорожной полиции. В этот день студенты также много узнали о деятельности Совета ветеранов и Общественного совета при отделе МВД России по Усть-Джигутинскому району. Работа в полиции от человека требует достаточно много сил, как моральных, психологических, физических. Вы должны быть знатоками не только юридических дисциплин, вы должны знать и психологию, и быть педагогами, экономистами. Вот это все хотел бы вам напутствие сказать, чтобы вы не только ограничивались изучением юридических дисциплин, но и развивались и в этих направлениях, что я обозначил.
На базе гимназии номер 4 имени Магомеда Хабичева в Карачаевске прошли общегородские соревнования «Многоборье среди школьников». Инициатором мероприятия выступила организация «Движение первых». Ребятам было предложено попробовать свои силы в разнообразных видах спорта – легкоатлетических, игровых. Победителями стали участники из гимназии номер 4 имени Магомеда Хабичева и средней школы номер 3 имени Харуна Богатырева. Событие приурочено к месяцу патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы под девизом «Есть такая профессия – Родину защищать». Вопросы развития деятельности общества «Знания» в Карачаево-Черкесии. Предложения по взаимодействию с органами власти, муниципалитетами, участию предприятий и организаций региона в просветительских мероприятиях. Основные моменты проведенной работы в 2023 году рассказал директор филиала Общероссийской общественно-государственной организации «Российское общество знаний» в Карачаево-Черкесии Артур Булатов. С ним встретилась Альбина Ламкова. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.